Представляем вашему вниманию комплекс номер 2. Он выполняется из исходного положения сидя и отличается от комплекса номер 1 более интенсивной нагрузкой. Исходное положение. Сидя на стуле, руки вдоль туловища, ноги вытянуть вперед, круговые движения кистями и стопами по 4-5 раз в одну и в другую сторону. Дыхание свободное. Следующее упражнение. Сидя на стуле, руки вдоль туловища. Поднять руку вверх, вдох. На выдохе опустить руку вниз. При опускании рук вниз стараться расслабиться. Количество повторений 4 раза. Следующее упражнение. Сидя на стуле, руки придерживаются за сиденье. Имитация ходьбы стопами по полу. Дыхание свободное. Количество повторений 8-10 раз. Следующее упражнение. Сидя на стуле, руки опущены вниз. Развести руки в стороны, вдох. На выдохе подтянуть колено к животу при помощи рук. Вдох глубокий. Задержать дыхание на 2 секунды. Затем удлиненный выдох. Количество повторений 4 раза. Следующее упражнение. Сидя на стуле, руки опущены вниз. Поднять две руки вверх, вдох. Опустить руки вниз, выдох. На выдохе произносим звук У. Выдох удлиненный, количество повторений 4 раза. Следующее упражнение. Сидя на стуле, руки придерживаются за сиденье. Приподнять ноги от пола и имитировать езду на велосипеде. Дыхание свободное, количество повторений 8-10 раз. Следующее упражнение. Исходное положение тоже сидя на стуле. Диафрагмальное дыхание. Руки положить на живот. На вдохе живот надуть. На выдохе максимально втянуть живот в себя. Выдох стараемся делать продолжительный. Количество повторений 3-4 раза. Следующее исходное положение – стоя, основная стойка. Ходьба с высоким подниманием бедра и активной работой рук. Дыхание свободное, число повторений 8-10 раз. Продолжаем ходьбу с высоким подниманием бедра и активной работой рук, но делаем более продолжительный выдох. Число повторений 8-10 раз. Исходное положение стоя. Руки опущены вниз вдоль туловища. На вдохе приподнять верх надплечья. Стараться соединить лопатки сзади. Вернуться в исходное положение на выдохе. И сделать наклон туловища в сторону, рука скользит по бедру. Стараемся делать более продолжительный выдох. Количество повторений 3-4 раза. Следующее упражнение. Исходное положение стоя, руки опущены вниз. Развести руки в стороны и выполнять круговые движения прямыми руками назад. Дыхание свободное, амплитуду движений постепенно увеличивать. Количество повторений 8-10 раз.
Исходное положение стоя, основная стойка. Сделать вдох с отведением прямой руки назад, отставить противоположную ногу назад на выдохе, вернуться в исходное положение. Затем повторить движение в другую сторону. Стараемся делать более спокойный и продолжительный выдох. Количество повторений 4-5 раз. Исходное положение следующего упражнения стоя, руки опущены вниз. Развести руки в стороны делаем вдох, отставить одну ногу назад, на выдохе вернуться в исходное положение и обнять себя за плечи, корпус наклонить вперед. Постепенно увеличиваем глубину вдоха и выдоха. Общее количество повторений 4-5 раз. Следующее упражнение – исходное положение стоя. Ходьба в среднем темпе поочередно на носках, на пятках, на боковых поверхностях стоп. По 3-4 шага в каждом варианте, дыхание свободное. Следующее упражнение – исходное положение стоя. Руки опущены вниз. Поднять руки вверх, вдох. На выдохе вернуться в исходное положение, наклониться корпусом вперед, руками тянемся к полу. Возвращаемся в исходное положение. Делаем более глубокий вдох и более продолжительный выдох. Количество повторений 4-5 раз. Следующее исходное положение – сидя на стуле. Руками придерживаться за сиденье. Поднять прямую ногу и выполнять круговые движения на весу. Делать по 3-4 движения в каждую сторону, поочередно ногами. Дыхание при этом свободное. Общее количество повторений – 8-10 раз. Следующее упражнение – сидя на стуле, руками придерживаться за сиденье. Движение ногами, как при плавании стилем кроль. Прямыми ногами вверх-вниз. Дыхание свободное. Общее количество повторений – 8-10 раз. И последнее упражнение из комплекса номер 2. Исходное положение – сидя на стуле. Поднять плечи вверх-вдох. Опустить плечи вниз, продолжительный спокойный выдох. Общее количество повторений 3-4 раза.